Привет всем! Вы посмотрите, какая красота, какая зелень! У нас последнее время теплые дни стоят солнечные, вишня цветет вовсю. Вот, скоро сирень начнет, каштаны, а там и липа, а акация вначале, потом и липа. Ну, в общем, еще тополя немного стоят такие вот, немного листика у него более темные. Березки вот какие красивые, кучерявые в садике. Ну и сегодня у нас какое число, честно не помню. Ну, пятница, поэтому цветочные новости. Новостей каких-то особенных нету. У меня спрашивали, я во влоге показывала, что мы зашли на выставку фиалок, чисто случайно попали. Купила я что-нибудь или нет? Нет, ничего я не покупала. И покупать я не собираюсь, потому что, вы знаете, все я постоянно твержу, что у меня катастрофа с местом. Вот. Купить не проблема, но где потом ставить? Листик купишь, фиалочки, а из него получится 5-6 деток. Всех рассадить надо, поэтому не покупаю. Так, на лоджии. Это пеларгония. Вообще, сегодня я ее чуть-чуть подымала. И жду, когда она уже не будет так обильно цвести, чтобы ее обрезать. Кардинально так обрезать, потому что вот на полочке, вы видите, я уже сдвинула в эту сторону, а эти цветоносы прямо в окно, я не могу шторы задвинуть. Ну, в общем, растет, цветет, огромные он какие цветоносы. И рядом с окном, но все равно надо прислониться к стеклу. Ну, в общем, слегка приподняла. Сегодня я уже полила цветы. Вот, чтобы у меня было это сделано. Хотя летом лучше поливать при заходе солнца, а не утром. Вечером лучше. Но сейчас еще жары такой нету, поэтому еще можно. Но и здесь все. По-прежнему эписция вот уже хорошо заметно двинулась в рост. Так, спатифилум цветет этот. Здесь у меня гипиаструм маленький отцвел двумя цветками. И сразу же пошли листики расти. Вот они. Так, этот гипиаструм в прошлый раз я показывала, долго цветет, два цветка я сняла, и еще два есть, и вот вторая стрелка на подходе, вот четыре цветка, вот какой уже огромный, будет цвести. Так, здесь что у меня? Калла потихонечку растет, что мне очень нравится. По-видимому, корневую наращивает. Вот. Ну. Ахименесы взошли. Вот видите как. Можно сказать, что одинаково. Не намного больше вот эти. Эти, я думаю, догонят. Было много ризом, поэтому все их тут накидала. Ну, а теперь тесновато им будет. Так, циперус растет, ему понравилось здесь. Вот сколько новых зонтиков растет. В ведре понравилось, места много. Так, и это, чуть не сказала, гипоцирта, глориоза. Быстро растет. Вот вы видите, я ее цепляю и направляю по веревкам. И эту, это мощная такая, будет цвести очень хорошо. Вот это с тонкими, здесь клубень, значит, был поменьше.
и может даже не процвести, сил мало будет. А может процветет двумя где-то цветочками. Это должна цвести хорошо. И вот я по мере роста закрепляю ее за веревку и направляю туда вверх. А потом вот там на веревках пущу ее к окну, и там она уже будет цвести. Так, ну, в общем, здесь такого ничего. Надо отрезать уже цветок на спатифиуме. Ну правильно же назвала, то я уже испугалась, что не так. Вот, но здесь у меня этот фаленопсис. Вы представляете, вот он распустил на одном цветоносе, и потом с того цветоноса вот растет еще один цветонос. И здесь развиваются бутоны и раскрываются. Вот так. Это как бы не продолжение, там видно. Я вначале думала, что продолжение, а потом я смотрю, с одной почки пошел расти новый цветонос. И вот так в два этажа. Так, хоя. Ну, это хоя, кто постоянно смотрит, знает. Она постоянно цветет. Вот недавно отцвел этот цветонос. Его не надо удалять. И видите, бутоны заново растут. Потому что они же вот последовательно как бы вырастают. Этот ранее вырос, и он уже отцвел. Этот цветет. Там вот уже зачаток нового цветоноса. Ну и вот этот повторно цветет. Так, ну фиалочки здесь все окей. Этих фиалочек я не трогала. Хотя тоже хотелось мне как бы немножечко листики пообрывать. Потому что вы видите, как они прямо ковром. Ну, в общем, и воздух туда не проходит. И ну, тесно так им, в таком обличии. Поэтому, возможно, я тоже и эти фиалочки, нижние ряды удалю, чтобы было более свободно. Вот какая красавица. Огромный цветок. И вот, вообще огромнейший. Здесь те, которые я не думала, что они выживут, вы видите, в каком прекрасном состоянии. Вот тоже там их надо рассаживать, но рассадить, а потом некуда ставить. Вот у меня стоит, видите, в каком месте, в темноте фиалочка, ну некуда ставить, вот некуда и все. Ну и пришли на пустынную лоджию. Я имею в виду, что здесь кактусы, суккуленты в основном. Вот. Все те растения, которые оттуда, с пустынь, полупустынь там. Ну, в общем, здесь тоже. Вот бугенвиллия, конечно, не оттуда цветет. Но несколько тут есть растений, которые из тропиков, там где-то адениум бутоны наращивает, спрятал за листиками. Так, азалия растет после цветения. Вот вы видите, цветом отличаются светло-зеленые листики, которые выросли уже у меня, веточки. Ну, вот еще гибискус этот что-то медленно растет, в отличие вот от этого, который расцвел. Тоже он стоял, я боялась за него, он такой был, я его так обрезала сильно, и листика вообще не было, вот, и я боялась, что он пропадет. Но вот, как видите, вот, зацвел двумя цветочками. Жалко, что гибискусы цветут. Это цветок держится очень-очень мало. И сутки не держится. Так, и это такой же гибискус, вот с бутонами. Против света, конечно, плохо снимать. Ну и вот,
радует меня. В прошлом одним цветочком, а теперь даже не знаю, сколько тут цветочков. Так, я, к сожалению, не могу. Вот, осветлила. Вот, мне показывает, что низкий заряд. И вот у меня... Так, сейчас я встану. Так, подставила стульчик. Вчера зацвел у меня кактус был. Если получится, я присоединю видео в конце. Снимала вчера. Это те кактусы, которые вот... Приемыши так званые, которые были в виде морковки. Теперь вот они такие шарообразные. И, в общем, порадовал цветком. Здесь тоже бутоны. Вот, вот, там на других еще будут цвести. Ну, там эхинопсисы тоже есть с бутонами. Так. Так. Вспоминаю, думаю, правильно я помню эту дорстения или как это ее. Вот, смотрите, какая красавица. Ну, молодила тут у меня. Я поменяла местами была. А, нет, я его оставила здесь. Так, и сейчас залежу сюда поглубже. Вот, тоже желтеньким цветет. Кактус. А этот вообще, ну, цветет, ну, как же он только цветет. Одни бутоны, вот я показывала в прошлый раз, коробочка, семена будут. А новые растут, ну, я не знаю, он постоянно, видите, этими детками обрастает. Вот они уже наметились вот тут, прямо так надо будет его отсадить. Потом я отсажу его, когда перестанет цвести, чтобы он один был, вот колонией рос. Но им на калицом. Вот смотрите, одно ребро появилось. Так, ну и здесь мамиллярии практически все уже отцвели. Но вот у меня этот кактус, спрашивали, как называется. Камецериус. Хамецериус. Я и подписала его, я забыла, что я его подписала. Я думала, при пересадке я забыла. Вот это такие длинные у него побеги. Так, ну, в общем, это бугенвилия не цветет. Ну, в общем, все здесь по-старому. Лес стопели. Ну, так еще посмотрим. Бегонии растут. Здесь вот я вижу один побег еще растет, потому что я здесь навтыкала несколько. По всему этому, по всей длине горшка. Вот. Сегодня мыла подоконник, потому что здесь уже такое было. Руэлия весь его обсыпала семенами, коробочками. В общем, скоро во всех горшках здесь будет всходить руэлия. Ну вот лантана начала цвести. Когда дотрагиваешься к ней, к листикам, она издает аромат такой приятный, чем-то похожий на мяту. Так, плюмерия моя тут отодвину. Ой, это уже вы видите, какие цветы были красивые, уже уедают. Вот. Это еще цветет шапочкой. Красавица. Очень красивый цвет такой. Поближе эту. Вот какие огромные цветы. Позже всех. Она, между прочим, такая цветет нечасто. Вот она. Все цветут, она стоит, силы как бы набирает. Потом выдает шикарное цветение. И потом снова надолго замолкает.
не цветет. Ну что, вот так я на скорую руку, можно сказать, цветочные новости. Не на скорую, а просто таких новостей особенных нету. Новых растений, как я уже говорила, я не покупаю. Уже поизвестно по какой причине. Ну и что? Всех вас с наступающим большим праздником светлым. У нас называется Великий день, большой день. Но действительно так. Христово воскресение. Вот. Христос воскрес. Ну и всем крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения, хорошо отпраздновать, чтобы было много еды на столе вкусной. Вот. Ну, в общем, всего-всего самого наилучшего. Хорошей погоды, потому что многие на природу выезжают. У нас много будет выходных, 5 дней, мне кажется. Поэтому сегодня 26-е. Вот я посмотрела на календаре. Поэтому хорошо отдохнуть. Кто на огородах будет, значит, хорошо поработать продуктивно, но не переусердствовать. И отдыхать, и, конечно же, обрабатывать свои огороды, сады. Ну и все. Пока-пока. До новых видео. До новых встреч.